Всем здорово! Это 11-й тур против Санька. И я поставил здесь на X2, потому что мы играли очень долго. И комментировать, блядь, дохуя. Мы прокомментируем сейчас в X2. Смотрите, что мы с Саньком договорились. Мы договорились не бить на пустые ворота. Если мяч будет лететь на пустые ворота, мы не бьем в пустые ворота. Мы бьем на красоту. Так мы играем на скилл. Так что, ребят, не обессудьте, какой матч получился против Санька. Счет 1-0 пока что я проебываю. Саня Сицилия против меня. Это 11-й тур. Битва за плей-офф. Поехали. Вот такой матч. Он будет на X2, потому что играли очень-очень долго. Поехали. Очень хороший момент у меня был. Я не забил. Здесь Саня сбивает свои ворота. Ну, так же, как и я первый гол забил свои ворота. Так же Саня сбивает свои ворота. Это просто от безысходности мы забиваем в свои ворота. Так, здесь Саня еще лупит. Я тоже луплю, не попадаю. Здесь тоже мимо кассы. И Саня сейчас может забить какой-нибудь красивый. Нет, не забивает. Здесь я что сделал, не помню. Да, здесь я просто ебошу в мяч. Тоже не попадаю. Саня бьет. И тоже не попадает. Здесь я мог бить, но я ударил по красоте. И Саня сейчас забьет просто уебский гол. Нет, нет, это не здесь, это не здесь. Это будет потом. Саня забьет гол, который нарушает наши правила. Ну, это похуй. Это похуй. Здесь он забивает, да. Мне кажется, тоже какой-то, ну, как бы, блядь, уёбский гол. Ну, ладно, простительно. Правило есть правило. Как договорились, так и ебошимся, ребятки. И Саня выходит вперед 2-1. Здесь тоже мне сложновато в этой первой катке. И он забивает третий и выходит вперед со счетом 1-0. Да, типа, я бы не сказал, что супер-мега красивые голы, но эти голы как бы в счет того, то, что мы договорились. Хорошо, они считаются. Итак, Саня выиграет первую партию 1-0, и я думаю, ну все, мне пизда. Это въеб жесткий. И стимулы игры у меня уже, ну, как бы, становится, блядь, мало, потому что... Ебать, в плей-офф и не выходил в своих турнирах, да хуя, ребят. То бишь, это последний турнир нашего турнира, я в плей-офф, если выйду, я там уже буду просто задротить как чмо. Я клянусь, нахуй, потому что для меня каждый матч этого турнира будет, блядь, как последний в жизни, нахуй, вот. Поэтому, бля, я очень хочу в плей-офф, я очень хочу пройти. И с Саньком я, ну, как бы... Знал, что будет сложно. Вот я первую катку проебал. Ну, блядь, я старался, я хотел. Я хотел, что, блядь, будет жестко, будет, блядь, невыносимо. Ну, а что делать? Что делать? На пустые ворота мы с ним договорились не бить. Не бить. Только скилл и только... красивые голы, если мяч не на пустые ворота. Вот так мы с Саньком договорились. Это красиво. Это, бля, охуенный Санька поступок, на самом деле. Чем дрочить углы 2 часа. Мы с ним сыграли, на самом деле, охуенные игры. И я благодарен Саньку. Спасибо, Сань, за эту идею, за эту игру. То, что мы вот так сыграли. Это реально охуенно. Это реально охуенно, и, блядь, ну здесь повезло сильнейшему, я не буду загадывать, что будет дальше, ребят, но это, блядь, матчи получились, голы получились, игра получилась, получилось все ебать как охуенно, реально. Даже если я отсосу хуй, даже если будет ничья 2-2, даже если Саня отсосет, ребят, это все не важно, здесь 3 исхода, 3. И кому как повезет. Вот сейчас Саня выходит 1-0. Он забил как простой гол. Но я думаю, ну ладно, похуй. Это так и должно, типа, было быть. Ну ладно. И тут Саня что-то с инетом, короче, случается. Я его же просто жду. Саня заходит. Саня сейчас должен уебать. И он ебашит свой ворот. Но я так понял, то, что это солидарность из-за того, что он забил легкий гол.
Это солидарность за то, что он забил легкий гол, еще раз повторюсь, и он мне его отдал. Ну, короче, вы поняли. Один-один. По партиям 1-0 я проигрываю. И здесь счет 1-1. И красивый гол влетает. Да-да-да-да-да-да-да. Красивый гол у меня влетает. Счет 2-1. Саня бьет неплохо. Вот здесь тоже был шикарный момент. Но не попадает. Здесь тоже, здесь не забиваем. Хотя от низу можно было хорошо прицелиться. И 2-2. Здесь уже стало потненько и жестко и потненько. И забьем ли мы? Нет, не забиваем мы. Хорошо. Хороший гол. Хороший 1-1. О, блядь, ну это реально охуенный гол. Охуенный, красивый, выверенный гол. 1-1 становится счет, ребят. И третья катка против СНК. Но это было красиво. Это было очень красиво. Саня по углам ебашить мастер. Ничего не скажу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну это, блядь, банка. Это, сука, что? Это записывайте на видос. Это, блядь, черное сердце Сани. Это охуенная банка. Охуенная банка. Ничего не скажу. Охуеннейшая просто. Саня ебошит, не попадает. Здесь он может попасть. Не попадает тоже. Здесь мы делаем какую-то хуйню. Здесь шанс, наверное, от угла ударить. В который я пытаюсь ударить, но не попадаю. 1-0. Саня забивает. Ну, неплохо. 1-1 становится счет. По партиям тоже 1-1. Все движется к красивым, ссаным, ебаным голам. Где мы договорились играть красиво. Не забивать на пустые. И матч, я думаю, получился... Да, он получился долгим. Я сейчас играю, ну, типа, комментирую на X2. Он получился долгим, но он получился очень красивым, ребят. Очень-очень красивым. Потому что, блядь, вот таких матчей, такие матчи украшивают наш чемпионат. Потому что это, ебать, очень нахуй красиво. У меня осталось 4 сопа. Я не знаю, как я сыграю с Саньком. Ну, вы сейчас узнаете этот результат. Вы узнаете результат. И пока 1-1 по партиям, 1-1 здесь. И по красоте. По красоте должны. Не попал. Сука. Простички, мы договорились не бить. Вы видите, мы не бьем. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это красиво. Вот это охуенный оценка гол залетел. Охуенный залетел. И здесь уже у него шанс выйти вперед со счетом 2-1. Да, жестко. Неужели мы здесь потеряем очки? Пока 1-1 по партиям, 2-1. Здесь он не забивает. И вот это шанс. Шанс. И он не попадает. Это же... Ебать, ну это банка, сука, мира. Это не в рот ебовый от меня гол, ребят. Это не в рот ебовый. Красивый, очень красивый гол. Здесь Саня бьет, не попадает. И здесь он лупит, тоже не попадает. Здесь мы просто подкатываем, потому что это будет подставон. Подставон, и мы лупим. Нет. Ребятки, нам нужны эти ебаные очки. Нам нужны очки, да! Да, 3-2, нахуй. 3-2, 2-1, выходим вперед. Ребят, 2-1, блядь. То одно очко уже есть, Саньком. Ну, это супер-мега красивейший матч.
Саня, спасибо тебе за эту супер-мега-игру. Не знаю, как сложится четвертая катка, но это, блядь, очень красиво. Пиздец, как красиво, нахуй. Пиздец, как красиво. Прям я вот комменчу эту игру, это, блядь, ну это шик. Это шик мирового сокерского футбола. Здесь он забивает свои ворота, хуй знает как. И мы ведем опять 1-0. И здесь можно... Нет, не забиваем. Здесь тоже не забиваем, сука, хотя шанс, блядь, охуительный. Лупим. Гол, гол, гол. 2-0. Ребят, один гол меня отделяет от трех очков с Саньком. Блядь. Саня, Саня. Знаете, респект, чему к Сане я приведу? Потому что он предложил, говорит, Романыч, давай с тобой сыграем не в задротский футбол, а сыграем в красивый, в пиздатый атакующий футбол. И я благодарен Саньку, то, что он согласился, он предложил. Ребят, вот такие матчи, они реально украшают, блин, наш ебаный турнир, который он последний. Жаль, что так все не играли. Жалко, очень много задротов. Саня, спасибо за вот этот пиздатящий футбол. Я тебе пиздец как благодарен за эту игру. Немножко забегая вперед. Желаю всем, пацаны, таких классных матчей. Будьте то ли вы играть в Испании, то ли вы будете играть во Франции, то ли вы будете играть в Нидерах. Желаем, пацаны, таких классных матчей. И... Не забывайте меня, пацаны. Не забывайте Ромашку, не забывайте наших пацанов. Группа у нас-то по-любому еще остается. И может быть, когда-то раз там в сезон будем проводить какие-то матчи, какие-то игры. Может, даже это не последний наш турнир. Поэтому я всех вас люблю, всех вас жду на турнирах, пацаны. Сокер – классная игра 2014 года. Сейчас 2024, Сокеру 10 лет. И не поменяйте лихом, пацаны. У нас уже остается там пару туров и скоро плей-офф. И пацаны, жду вас всегда в группе. Жду вас всегда в турнире. Люблю вас, ребятки, мы с вами, блядь, с 2018 или с 2019 года группа. И я вас жду, я вас люблю. С вами был Рома Эн, ну, матч еще продолжается. И мы еще играем против Сани. Здесь, может, еще Саня забьет 2 гола. И выиграет, и мы сыграем 2-2. Или я забью 1 гол и выиграю 3-1. Посмотрим, что будет. Пока что такие удары. Хотел в угол, не попал. Не попал. Здесь бьем, тоже не попадаем. Ну что, посмотрим, ребят, решающий какой-то удар. Что он решит, что он задействует в нашей команде. Удар тоже хуёвый. И здесь не попадаю. Бля, ребят, ну просто, знаете, череда каких-то нелепых, блядь, ударов. А на пустые бить нельзя. На пустые бить нельзя. Тут Саня берет какую-то паузу. Здесь удар тоже не попадаем. Ну что такое, может, забьет? Нет, не забивает. И это гол, ребята, это гол. Сань, спасибо за игру, пацаны. Такие матчи должны украшать. Всем удачи, всем пока, с вами был Рома Эн. Саня, спасибо за игру. Всем пока.